Она спросит о том, что волнует общество, но о чем не решаются говорить вслух. Если я не хочу работать, вот отдохнуть, к примеру, полгода, год, не вставать рано утром, не думать о... не жить в режиме многозадачности. Можно ли это сделать сегодня без каких-либо финансовых последствий? Вы говорили о гарантированном рабочем месте. Да. Всегда ли это так? Декретный отпуск не входит в стаж, правильно? Да. На что они могут рассчитывать? Что делать с высшим образованием, если нет опыта, но хочешь работать по профессии? А нужно от года минимум. А ее герой откровенно ответит на каждый заданный вопрос. По-честному с Ангелиной. Смотрите уже в это воскресенье на Бобруйск 360 18:00.